Климова Катя учится в 7 классе. Неунывающая девчонка обладает огромным запасом позитивной жизненной энергии. Свои силы она предпочитает направлять на создание настоящих произведений искусства в декоративно-прикладном творчестве. Вот она, первая вышка, там еще у меня на выставке стоит. Вот она, вторая, игольница. Овечку вышивала, икону это из бисера делала. И плела, помогала ткать. Катя с удовольствием идет на контакт даже с незнакомыми людьми. Но любое проявление доброты отвечает тем же. Поет, танцует, с удовольствием участвует в школьных спектаклях. Мечтает посмотреть фильм в настоящем большом кинотеатре. Девочка, она очень аккуратная, общительная, умеет за собой ухаживать, вот, работать любит и умеет. И на улице они прекрасно трудятся. В их классе есть замечательные клумбы, за которые они ухаживают. Есть в интернате у нас огород, на котором тоже она умеет работать и полоть, и тяпать, и сеять. Все это мы делаем все вместе. Поэтому у нас осенью, летом у нас прекрасные клумбы вокруг. Подметать двор – это тоже она очень хорошо умеет. Всех, кому не безразлична судьба Кати, просим обращаться в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области по адресу город Орел, улица Лескова, дом 22 или по телефону 47-57-69. Вы можете стать для нее приемными родителями, оформить опеку или удочерить. Процедура сейчас упрощена. Прежде всего нужно обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства, подать туда заявление. К заявлению должны быть приложены следующие документы: справка с места жительства, подтверждающая наличие жилого помещения, заключение о состоянии здоровья, потому что усыновитель должен быть здоров, справка об отсутствии судимости, справка с места работы с указанием должности и заработка, вот, потому что очень важно, чтобы усыновитель имел определенный доход, достаточный для содержания ребенка. Быть может, именно вы сможете найти в Кате родственную душу и исполнить мечты девочки, у которой нет семьи.